В городе Мелитополь Запорожской области на митинге, посвященном юбилею Победы, выступил украинский военный, участник операции на Юго-Востоке. Людям он заявил, что страна оккупирована, как и 70 с лишним лет назад, и тут же был освистан собравшимися. Всем, которые пали, все, которые умерли, вечная вам память. А все, которые живы, я вам могу сказать спасибо вам огромное. И тоже лет вам жизни. В результате боец украинской армии покинул сцену, не завершив свое выступление. На кадрах, снятых во время митинга, видно, что среди участников акции немало ветеранов Великой Отечественной.